меланоцит – стимулирующий гормон, который стимулирует загар. То есть он влияет на меланоциты, и они начинают больше меланина выделять, и мы загораем. Оказалось, знаете, какой механизм интересный загара есть? Я вот уже 2 года не ношу очки солнцезащитные специально. Целенаправленно я про это прочитал, что их ни в коем случае нельзя носить, вот, потому что при снимке хуже загораешь. Хотя это, казалось бы, ну как круто, очки там, все это, все летом ходят, да, там покупают каждый раз новые, вроде это очень стильно. Ну да, это, конечно, стильно, но если мы очки одеваем, то свет не попадает в глаза в достаточной степени. А если я снимаю очки, что, в чем механизм? Через глаза идет свет, и он возбуждает зрительный нерв. Информация через зрительный нерв доходит в гипоталамус. Гипоталамус начинает либерины выделять. Гипофиз возбуждается, и гипофиз начинает выделять меланоцит, стимулирующего гормона, много. И тогда мы загораем быстрее. Соответственно, если человек постоянно в очках ходит и плохо смотрит, загар идет намного медленнее. Вы спросите, а что тут, а зачем вообще загорать? Смотрите, когда мы загорели, у нас кожа защищена от повреждений ДНК, который свет оказать может. То есть, если я загорел, то я могу на солнце сколько угодно находиться, и у меня не будет ни онкологии, ни ожогов. Понимаете? А повреждение ДНК, если произойдет, вот у белых людей часто бывают ожоги, да, более, ну, опасно, потому что у нас мало меланина.